Здравствуйте, глубокоуважаемые любители летных видов спорта. Перед вами очередное безмонтажное видео, называется «Иной мир». И это мир из мира волн. Посмотрите, в какую штуку мы залетели. Просто потрясающую. И летаем мы сейчас абсолютно безопасно, нас дает до аэродрома, так что за нас не волнуйтесь. Ну а красотище мы вам сейчас покажем, будь здоров. Видите, какой страшный иной мир. Здесь облака живут. И мы летаем над этими облаками, рядом с этими облаками. Прям промчимся сейчас рядышком с облаком. И я сейчас для вас залечу в место, где двойной слой облаков. Вот эти облака у нас обычные кучевые. Это все соединяется с какой-то верховой облачностью. Из этого скоро пойдет дождь, потому что дождь вечером нам обещали. И посмотрите, какая вообще потрясающая картина. Вот это называется волна, друзья. Ветер, который дует с силой 90 км в час, образует эту атмосферную волну. Ее сейчас очень ярко демаскирует облачность. То есть, если обычно волна невидимая, то сейчас она видимая. Как она образуется? Ну, представьте себе вот любую горку впереди. С нее дует ветер, падает вниз, отскакивает, ну, грубо говоря, на долину, поднимается вверх. И таким образом огромный слой атмосферы раскачивается. То есть ключевой момент должен быть ветер и должна быть гора, которая инициирует этот вот процесс. А гора, которая процесс инициирует, вам не видна. Она вот крыло показывает в ее сторону, но она закрыта сейчас облаком. Ну а я вам показываю совершенно сюрреалистические виды. Как мы пойдем сейчас в группе между двух слоев облачности. Вот, смотрите, вот именно вот это я вам сейчас хотел показать. Просто вообще нереальная картинка, сюрреалистическая. Она, конечно, мрачновата, потому что освещенность никакая, скажем так, света мало. Но при этом, ну, она, наверное, вот это вот какая-то суровая красота. Представляете, вот туда залететь налево и сгинуть. Потому что там ни земли, ни неба вообще ничего не видно. Да, а мы сейчас выйдем на фронт. Ой, справа как красиво облака смотрятся, мы там были тоже. Ой, вот это все бездна энергии. Это энергия поднимающегося вверх воздуха. Огромные массы, поднимающиеся весь воздух, вверх воздуха, он поднимается за счет ветра. При этом он не постоянно поднимается, получается, что каждая струйка вот так вверх, а потом вниз. И он, облако вот это вот такого типа, облака волновые, они на передней части все время образуются, а на задней, ну, по ветру части тают. Сейчас, конечно, вид просто потрясающий. Вот как это выглядит. Межмирье. Опа! Смотрите. Просто фантастика. Это просто потрясающе. Ну, вообще, скажи, Рома. Это волшебно. Да, вот как какой-то клык там торчит, посмотрите. Ну, вот из какой скорости нас поднимает. Я сейчас немножечко доберу вот этой здесь высоты и прыгну на фронт этого облака, на переднюю часть. Там будет больше, сильнее поток. А сейчас вот, смотрите, с какой энергией мы поднимаемся наверх. А зачем ты подкрылок сейчас? А я закрылок на 4, на 3 переставил. Ну, в этой щели находимся. И видите, у нас с правой стороны начинает отсекать облачностью видимость. Мы должны проскочить на фронт. И это называется смена этажей, друзья. То есть первый этаж у нас закончен. И мы можем карабкаться дальше. Мы были на 5000 метрах сегодня были в этой волне. То есть сейчас у нас 3,5 километра, чтобы вы понимали. Ну вот приборчик. И знаем, как оно там выше. Но видите, сейчас отсюда уже кажется, что облако сплошное. Понимаете, что оно не сплошное. Вы только что вместе со мной были вот в этом междумирье. Ну и, кстати, взять тогда, нырни в междумирье вниз. Разгонись до 200. Вот смотрите, мы сейчас опустимся, и вы опять между мили увидите. 200, давай. Ага, 220.
Вот, видите, как это выглядит? Окажется, что облако сплошное. На самом деле оно не сплошное. Опять на 120 переходи. И, Ром, поворачивай направо на 20 градусов. Да, и давай пройдем опять около облаков. Только уже не так не сильно шаля. Просто, чтобы показать, как это красиво. Вот, друзья. Убираем крен, Ром. Ну, давай на скорости. На 180. И знаешь, куда целься, Ром? Смотри, на 11 часов. Вот там, где облака сходятся. Вот эти струйки прямо невидимые. Дай-ка ручку, смотри. Я сейчас до струйки дотянусь. Струйка прям визуализируется. Вот она. Видите? Вот это облако слева осталось. Я его заметил на фоне вторичных облаков. Отдал ручку. Да, вот так, чуть левее, Ром. Ученик у меня, друзья, рулит. Он воет от восторга. Ручка его. Пилотирует он прекрасно. Это второй день его обучения. Представляете, это второй день можно как совершенно волшебно уже летать. Налетал он целых 11 часов уже. И мы сейчас идем на посадку. Мы уже налетались, но перед тем, как пойти на посадку, решили сделать вам красивое видео из длинного мира. Что вот это за облако, на которое я лечу? Тоже такой же линза. Вау! Я даже не знаю сам, что сейчас справа. Давай вправо немножечко, поближе вот в эту норку. Вот как это выглядит, друзья. Какие норки. Какие. Вы видите это все вот вместе с нами. Это безмонтажное видео. Такое, как оно есть. Сейчас убери крен. Рома, убери крен. И вот прямо по курсу. Я не знаю, пройдем мы в этот тоннельчик или нет. Скорость 150. Не пройдем. Плавно вот так подворачиваю влево, чтобы облако не врезаться, нам не нужны лишние приключения. Не убирай крен сейчас. Вот, я хотел, друзья, вот в эту норку, но там непонятно, есть проход дальше или нет. А мы же шалим абсолютно красиво, без фанатизма. Так, вдоль. Сейчас, Ром, направо плавно повернешь, потом вот пройдем облако. Вдоль, как представь, что у тебя склон. Я так не иду. Да, и как на параплане вдоль склона. Вот они красавцы. А вот это можешь перепрыгнуть. Направо? Прямо. Просто возьмешь, ну, подпрыгнуть. Вот сейчас ручку на себя. Оп. Видите, мы немножечко выше стали. А теперь ручку от себя разгоняйся. Так, ну что, к дому подворачиваем. Давай влево, на 30 градусов. Так хочешь пройти? Ну да, вон, потом мы сейчас, Ром, мы сейчас от дома удаляемся, нам надо влево. Ну, или ты хочешь просто... Ну, давай тогда, ладно. Давай правый круг над облаками, вот над этим еще. Можно? Правый? Да, правый. Поехали. Можешь на них немножко зайти. Высота у нас большая, снесли вот эти скалы, вон, видишь, кстати. Какие злые, страшные. Вот так, убираем крен. О, вот сейчас вообще шикардосный вид. Хорошо. Нос ниже. Разгоняйся. Разгоняйся до 180. И плавный вираж направо. Плавный разворот направо. Поехали. Чтоб облако не врезаться. Вот такая вот дуга плавненькая. Достаточно. Убирай крен. И влево немножечко. Вот так. И пройдись вдоль этого облачка еще. Вот, друзья, прям фантастические виды. Какие-то разнообразные струйки. Посмотрите, как облака выглядят выше нас. Ну что, поехали направо. И разгоняйся сейчас до 180. Да, и убирай крен. Я сейчас возьму ручку, прыгну в облако. Вуаль. Посмотри сверху над нами. Вуаль, Ром. Я сейчас на эту вуаль. Раз. И поднимусь в вуале. Ну, не достал я вуаль, хотя почти. Посмотрите, еще одно потрясающее облако, друзья, справа. Сейчас я к нему тоже поближе подлечу. Видишь, струйка какая, прям волну диску. Вот она, как вы спрашиваете, как волна выглядит. Сейчас, вот она, как выглядит. Так вот, раз, такой росчерк. И вот этого вот небольшого загибания
воздуха, то есть мы летаем на передней части, достаточно, чтобы держать нас в воздухе. Вот эта струйка вот впереди формируется, и сзади на хвостике, видите, она тает, постоянно формируется, постоянно тает. Сейчас я к ней поднимусь повыше, поближе, и все, распалась. Да. Ром, ты счастлив? Безумно. Безумно? Ну тогда у тебя справа еще группа облаков, можешь туда дунуть. Над ними еще немножко полетать. Забрал, давай. 180 скорость. С правой стороны, друзья, осталась гора Пик-де-Бур. Нет, вот так направо не надо, вот таким курсом сейчас, да. Чуть даже левее. Над ним мы, кстати, на нем выпаривали сегодня, набирали высоту. И через этот Пик-де-Бур выскочили в волну. Дальше, 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 выше, больше. Сейчас вот так вот шалим. Аэродром наш слева. Здесь как-то темно и страшно. Обещали вечером дожди какие-то. Вообще вот эта вот волна южная, юго-восточная, она крайне редко бывает без осадков. И нам сегодня просто повезло безумно, что мы так долго и так волшебно в ней летаем. Да, Ром? Слушай, что за кнопка на ручке? Рация. Ну что, проходи рядышком с этим облаком еще разочек. Гей-гей-гей-гей! Тоже подсвечено солнышком красиво. И, друзья, обладая 4000 метров высоты, можно очень долго и красиво вот так вот серфить. Только серфить теперь не я, а мой ученик. Получает, надеюсь, от этого неизгладимое удовольствие. Получает? А я могу, видите, поснимать это все спокойно, не нервничая. Вот проскакивает, чуть можешь нос ниже, чтобы в щелочку такую, оп. Хорошо, плавно, сейчас чуть-чуть направо. Вот так вдоль облака, хорошо, по дуге. Меньше крена, ага, чтоб вот так. Отлично, ныряй в дырочку, вот прям нос опускай, вот так вот можно. Вот так, да. Отлично. И теперь плавно разворот влево, потому что прямо по курсу у нас облако. Надо его тоже будет обходить. Вот таким курсом, как сейчас. Таким курсом, как сейчас. Убирай крен. Это мы, друзья, все спускаемся. Мало того, мы по дороге встречаем зоны, в которых возможен набор. Вот сейчас, например. Влево подворачиваю, чтобы облако не врезаться. То есть вот это облако тоже после волны стоит. И при желании мы могли бы взять и в нем тоже высоту набрать. Просто потрясно. Ну вот, единственное, сейчас стало мрачно, солнце пропало. И вот так это сейчас все выглядит. Ром, сделай разворот влево. Я покажу Пик-де-Бур напоследок. Ну вот, друзья, так вот славно, уменьшай крен, по прямой лети. Так мы славно полетали, были мы вот под этим облаком, видите, чечевица. Оно даже не видно, что оно сейчас слоистое. А, видно, что оно слоистое. И там можно было бы дальше продолжать выбираться в волну и летать, не знаю, до ночи. Может быть, до завтрашнего утра, потому что волна существует, пока дует правильный ветер. Правильный ветер я про волны расскажу потом вам побольше. Ну а на этой оптимистичной ноте, наверное, стоит сказать, что погода бомба, контент огонь. Да, вот да. Я, пожалуйста. Рассказывайте, друзья, что вам снять такого лихого. Ну, по-моему, Ликея уже точно некуда, чтобы ученик на второй день обучения вот так вот возил инструктора лихо. Но талантлив, талантлив, ничего не скажешь. Он, правда, сейчас может загордиться, какую-нибудь гадость сделать, типа этого невесомости. Он мне уже сделал сегодня, нахулиганил. Но в целом отлично летает. Так, в облака не входить. Все, до новых встреч, глубокоуважаемые любители лед и видов спорта. Хе-хе, погода бомба, контент огонь. Хе-хе, класс. Ты счастлив? А? Да!